Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о метеозависимости и о головной боли. Как с этим бороться? Вот сегодня декабрь. Ночью погода была вот такая. Потом с утра пошел мелкий дождь. У здорового человека расширенные или спазмированные сосуды быстро возвращаются в нормальное состояние, благодаря своей эластичности. А вот при утрате ими эластичности организму сложно быстро перестраиваться в соответствии с динамикой окружающей среды. Выделяют три степени метеозависимости. Первая степень – это метеочувствительность. При определенных погодных изменениях человек чувствует лишь легкое недомогание, не причиняющее особого дискомфорта. Вторая степень – собственно метеозависимость. На определенные метеофакторы организм реагирует заметными отклонениями от нормы, например, повышением или понижением артериального давления и возникновением сильной головной боли. Может отмечаться нарушение сердечного ритма и даже повышение уровня лейкоцитов в крови. Третья степень – метеопатия, когда погодное явление приводит к временной потере трудоспособности. На метеозависимость часто жалуются люди, страдающие ревматоидным артритом. Они уверены, что ощущают усиленные боли в суставах при приближении дождя, штормовой погоды в результате колебаний атмосферного давления. Начинает болеть голова по несколько часов подряд. Цитрамон – это временное спасение. Ну а если это повторяется довольно часто? Как уйти от сильных головных болей, особенно в осенне-зимний период? Я нашел инновационную технологию. Это наноалмазная керамика. Прикладываешь к вискам по одной такой серого цвета наноалмазной пластине, и голова через 10 минут перестает болеть. Перед применением любой методики лечения, указанной на этом канале, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и получите от него разрешение на использование. Если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Будьте здоровы!